Продолжение недавней коррупционной истории. Бывшему председателю Куми Иркутского района дали 7,5 лет колонии за взятку. Приговор сегодня огласили в суде. Следствие доказало, что чиновник получил от бизнесмена 200 тысяч рублей. Взамен служащий должен был закрыть глаза на нарушение условий выполнения подряда. Кстати, контрагент нечистого на руку уже экс-чиновника также получил 7 лет, правда, условно. Об этом мы сообщали ранее.